Так, ребят, всем привет. Где там эта утятина? Села вся. Еще летят, по-моему. Опа, это самка. Это самка. Тихо-тихо, не ори. Спокойно. Селезень. Еще один, вот его. Все, да? Ну что ж, для разогрева уток взял. На самом деле, я как бы не на уток сегодня планирую поохотиться. Просто раз уж они тут слетелись, то почему бы нет? Так, просто собираем. Сколько я взял-то? Трех. Нет, четыре. Четыре. Четыре утки. Так, боеприпасы. Ставлю сейчас пулю. Планирую сегодня на крупную дичь охотиться. Так, а что у меня по деньгам? 25 тысяч. А что у меня при себе? Сколько? 9, да? Надо с собой этот еще докупить. Маловато осталось. Один пузырек надо купить. Так, магазин. Расходники. Заходим, покупаем. За 3000. Все, вот так хотя бы. Сейчас пройду в том направлении, поохочусь. Возможно, буду перемещаться по домикам, не знаю, посмотрим, как охота будет идти. Так, по оружию. Ну, традиционно Range Master 338, вот винтовочка. Ну и ружье сегодня со мной будет. Так, ребята, тут стадо самок подходит, Рузвельта. Сейчас возьмем. Самцов нету тут. По крайней мере в этой группе. Может быть где-нибудь там дальше есть, но здесь их точно нету. Так, это не то. Не то. Подожди-ка. А у меня сегодня семерки-то нету, черт. С 338 я просто разорву, наверное. С 338 это особо-то, блин, что-то я думал, что у меня, а у меня же семерочки нет, нужна семерка для них. Это будет слишком мощная для них винтовка на самом деле.
Так, забираем. Хотя не, нормально идет. Я почему-то думал, что перебор будет. Самка лося. Ну да, нормально. Управлениями животными. Так, лев. Давайте, знаете, что сделаем? У меня трофеев. Бурый медведь, блин. И лев. Лев. Убираем льва. Перезаписать. Что это значит? Не понял. Ладно, потом заменим, если что. Так, ну-ка. Самка колумбийца, да? Еще одна самочка. Может туда пройти, на северо-запад. Что у меня там получается на северо-запад? Ну вот это озеро только. А дальше в горы идти. Ну можно, конечно, попробовать туда сходить, посмотреть, что там есть. Так, ребят, тут колумбийцы, самцы. Два точно, это 60 до 60-70 килограмм, а этот... Это получше вот это вот. Тихо, тихо, парень. Отлично. Не попал ему в голову, хотел в затылок ему попасть. Не попал. Сейчас идем туда, возможно, вернуться. Там один самец точно есть, может даже больше. Они в елках стояла, эта группа самцов. Я начал манить самку, потом смотрю, из елок группа самцов выходит. Поэтому я думаю, они сейчас вернутся, и надо будет посмотреть, попал ли я в того. Так, подбираем на серебро. Ну, конечно, мы его сейчас не будем из него чучело, даже оставлять не буду себе. Потому что он не на золото. Был бы на золото, тогда бы оставил. Так, ребята, колумбийцы возвращаются. А мне надо посмотреть, где тут самец бегает. Самка-то она тута. Вот, еще один самец идет. Так, хорошо, давайте его дождемся. Когда он конкретно подставится. Сейчас он будет разворачиваться. Отлично. Еще один самец. Наверное, тоже на серебро. Подожди, где самка? Вот она.
Ладно, пускай бежит пока. Да, тоже на серебро. Хорошая винтовка, хорошо она по ним работает, прям идеально. Пробивает насквозь. До сердца достает нормально. Точность у нее хорошая довольно-таки. Думал, тут самец лося есть, выйдет. Но нет, три самки лося тут подошли. И самка колумбийца. Подбираем. Продолжаю идти в том направлении. На... Подожди-ка. Ветер сменился. Ветер меняется. Это не очень хорошо. Так, ребята, койот, самочка, хищник, забираем его. Опа, погоди-ка, мне показ... Альбинос? Кто это был? Ничего себе, там по цвету альбинос, по-моему, был. Белый прямо кто-то побежал. Как же я не заметил-то его. Может, я, конечно, ошибаюсь, но давайте. Вон, 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 белый цвет вижу. Быстрее. Самка лося белая. Значит, мне не показалось. Жаль, что не самец. Ребята, давно я альбиносов не видел, если честно. Стоп. На той стороне я только что тоже видел. Колумбийц, по-моему, стоял где-то. Да, посмотрите, вот он. На 67 килограмм. Во, вот этот хороший. Давайте его возьмем на 300 метров, показывает примерно. Все, ляжет, далеко не уйдет. Есть, отлично. Отлично, так. Примерно вот так вот. Ну, где-то вот так вот. Вон она, самка альбиноса. Сколько до нее? Я сейчас просто по ветру буду идти. 200 с небольшим. 200 с небольшим метров. Ставим на 150. Сейчас попробуем отработать на 250. Ты можешь выпрямиться или так и будешь идти? Я боюсь ей просто в таком положении в лопатку попасть. Есть. Легла. Где-то там, в той стороне. Так, забираем койота, забираем самку лося и самца колумбийца. Так, а где койот-то? Где-то тут же был. А, вот он.
Да, винтовочка нормально по нему работает. 1000 с небольшим, почти 1200. Самка колумбийца прибежал. Ребята, вот здесь заметил самца колумбийца. Вон он. Надо, чтобы он... По-моему, он там либо один, либо их двое тоже. Надо, чтобы он сюда вышел. Не, он их там двое, по-моему. Он там один. И вот здесь еще. Надо, чтобы они вот сюда вышли. Вот еще один. Да, их тут много. Правда, я их тут не увижу, если честно. Где самец? Самец, выходи. Блин, но он в кустах где-то стоит за кустами, и там плюс стоят. Я поэтому не вижу просто даже его. Самки вышли. Самца я. Вот он. Блин, дерево, дерево мешает. Зараза. Самца 2 тут еще точно бегает, и плюс на той стороне. Колумбийцы все немного, но они все на серебро. Они все на серебро. Лось. Самочка. Так, ладно. Идем туда. За альбиносом и самцом. Так, ребята, самка лося тут подошла. Забираем. Все из-за денег. Денег мало, поэтому... Беру все подряд. Причем каждое животное сейчас вот из этих крупных, да, даже если это самка, плюс-минус это 1000 где-то получается. Так, наверное, сейчас сначала самца заберем. Он там... Так, вот и где я стрелял самку. А это что такое? Подожди-ка, это камень. Так, давайте чекнем след. И пойдем за самцом туда. Так, ребята, вот самец. Пробежал он тут буквально, да, чуть-чуть. Брал я его, получается, где-то на 250 метров. Дистанция была. Вот это вот уже на золото. Давайте сразу сделаем чучело, потому что у меня его еще не было в чучелах. 4000, окей.
Отлично. Так, сейчас идем назад, я возвращаюсь. Нужно добрать самку альбиноса. Так, ребята, кто-то тут по кустам шарится. Не знаю, кто, честно. Это может быть как колумбиец самка, так и лосиха. Потому что на той стороне он там до сих пор самок полно бегает. Я просто здесь... Да, самка. Самка колумбийца. Давайте заберем ее с ружья. Тоже. Опа! Отмена, отмена, отмена. Самец только что прошмыгнул здесь. Вот он. Самец. Отлично. Самки отпадают. Самец показался. Хорошо, что я его успел заметить. Не стал эту стрелять. Немножко прицелом поводил. И увидел самца. Это хорошо. Да, давайте зарядим, иначе в нужный момент это сыграет шутку с нами плохую. Так, надо возвращаться туда все-таки. Я никак на след лосихи подбитой не выйду. Так, ребята, еще один самец нарисовался. По ветру, правда. Вынюхивает идет, вынюхивает. В тростник заходит. И самки подходят тут. Это не он. Вот он. Я уже даже со счету сбился, сколько я тут сегодня самцов забрал. Еще на золото. Еще на золото. Давайте сделаем чучело. Сколько по деньгам? 24 тысячи у меня еще остается при себе. Нормально, нормально. Самка. Так, идем все-таки лосиху подбирать. Я никак до нее не дойду. Колумбийцев тут столько, что стреляй, не перестреляешь. Так, вот кровь. Сейчас идем за ней. Так, ребята, кто-то тут на меня выбежал. Либо... колумбийц, либо лось, самка. Самка колумбийца. Ну да, вот, вот эта вот уже пуля не подходит. Ну да ладно. Так, где тут
След лося, вот след лося. Где-то ему тут недалеко осталось до него. Так, ну что, вот лосиха лежит. Легла она, конечно, что-то в елках прямо. Ну вот она, альбинос. Давно я не встречал вообще альбиносов. Жаль, что это не самец крупный. Было бы вообще здорово. Здесь ее не видно особо. Подбираем. Пробежала она довольно-таки немало. 213 метров до нее было. Но с нее чучело, конечно же, я брать, делать не собираюсь. Опять же, если это был бы самец на золото, тогда можно было бы. Так, ну что, ребята, на этом охоту закончу, потому что вышла я куда-то к скалам. Животных тут давно я иду, уже нету. Неплохо сегодня пострелял. Много было трофеев. А чучела уже развесим в следующей серии. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.